«Дай почитать». Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Замечательные проекты издательства «Бамбура», о которых мы уже говорили, «За фасадом 25 писем о Петербурге и его жителях», «Голоса из окон», «Ожившие истории петербургских домов». И вот новая, уникальная и захватывающая книга Татьяны Еровой «Город сотни лиц. Экскурсии по мемориальным квартирам знаменитых петербуржцев». Первоначально книга задумывалась как путеводитель по историческим интерьерам Петербурга, но превратилась в увлекательный рассказ о выдающихся людях, прославивших свои имена в отечественной мировой культуре и истории. Кто из всемирно известных людей предпочитал спать на морозе, коллекционировал бабочек или жуков? Кто жил в доме корабля, а кто не представлял жизни без звериных шкур? В книге несколько разделов: архитектура, скульптура, живопись, литература, музыка, театр, наука, политика. Мы можем прогуляться по музею-усадьбе Репина-Пенаты, по музею-квартире Архипа Куинджи, по музею полторы комнаты Иосифа Бродского, по музеям-квартирам Достоевского, Зощенко, Некрасова, Пушкина, побывать в интерьере квартир Римского-Корсакова, Виктора Цоя, Льва Гумилева и Дмитрия Менделеева, удивиться музею-квартире Сергея Мироновича Кирова, а еще прочесть много ярких фактов о жизни и привычках великих петербуржцев. Например, квартира Николая Алексеевича Некрасова на Литейном, где он провел 20 лет. Размер квартиры Некрасова впечатляет. А встречает в передней чучело медведя. А на мойке 12, последней квартире Пушкина, можно увидеть три трости поэта. Оказывается, Александр Сергеевич Пушкин любил ходить пешком. Рано утром выйдет из Петербурга, пройдет 30 километров и к обеду уже в Царском селе погуляет по садам и обратно 30 километров домой. Одна трость из ореха и золота 583-й пробы с аметистовым набалдашником. Другая из дерева слоновой кости с резной надписью «А. Пушкин». А третья, ореховая, в ее набалдашник вставлена пуговица с вензелем Петра I, доставшаяся поэту от знаменитого предка Абрама Ганнибала. Книга богато иллюстрирована, 500 страниц, чудесный подарок каждому неравнодушному человеку. А вот для желающих поступить в Вятский государственный университет есть возможность поучаствовать в Олимпиаде «Вятка-Туиска» и получить дополнительные баллы 16+. Дай почитать.